have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! С вами Оладушки, и мы сегодня с вами в Shark Bite. Кроме того, что мы будем играть и веселиться, у тебя кто-то на голове прыгает. Да. И теперь у меня тоже. Так вот, ребятки, во-первых, не надо. Ладно, мы не хотели, чтобы мы стали акулами. Мы немножечко изменили стиль. В общем-то, я давно собирался это сделать, изменить стиль своего аватара. Вот, собственно, младший кот тоже изменил свой стиль, но он это меняет довольно частенько, так что с этим никаких проблем нету. Итак, кроме покатушек, мы сегодня, ребятки, хотим открыть вам небольшой секретик, который мы здесь нашли. Ну ладно, мы, не мы, младший кот нашел. Вот, для этого нам обязательно понадобится подводная лодка, батискаф. Собственно, вот она. И вперед. Нужно это найти, это довольно-таки тяжело. Вот найти. Он. Что, где? Слева от нас. Как так быстро мы его нашли? Я не знаю. Возможно, это не тот кусок. Кстати, ребят, возможно, мы сейчас нашли кое-что новое прям при вас. А, нет, это здесь. Это просто офигеть какая дача. Смотрите, тут на дне. Слушай. Короче, ребят. Наверное, эта штука потом исчезает, потому что, ну, мы сюда сейчас попали второй раз после того, как нашли вот эту вот мачту заваленную, которую вы сейчас видите, которая прямо перед нами. На ней, вот прямо на вот этой мачте, должна стоять стеклянная бутылка с бумажным посланием внутри. Как только вы на нее нажимаете, получается такой салютик, получается звук «кряк», как будто ты что-то нашел. Но при этом не вылазит ни одна ачивка, и ничего кроме этого не появляется, и бутылка, видимо, после этого исчезает. У нас тут какой-то кусок затонувшего корабля. Давай всплывем, покажем людям, где это все находится. Поднимемся сейчас наверх, чтобы ребята понимали, где искать. Кроме подводной лодки, сюда, естественно, можно тоже добраться вплавь, но я не знаю, хватит ли у вас воздуха. Короче, смотрите. Это вот... Вот этот овальный остров, вон маяк, центральный остров, вот маленький овальный остров, который здесь. Можете примерно посмотреть расположение по карте, где это находится. Я вам сейчас максимально попробую повращать это все, чтобы вы поняли, где, что и как. И, пожалуйста, у кого есть батискаф, или кто достаточно смелый, чтобы нырять таким образом без батискафа, можете погружаться на дно, там лежит половина затонувшего корабля, и там лежит эта пасхалка. Что она значит, мы пока что, ребятки, не знаем. Вот, но, видимо, что-то значит. То есть разработчики ее там оставили. И, кстати, мы сейчас заинтересованы, есть ли здесь что-то еще где-то как-то на дне, что мы можем найти. Например, вот это что такое? Стой. Это сундуки, которые нельзя взять. Почему? Потому что я их пытался взять, вот сам попробуй. Блин, я не могу вылезти, я застрял. Тогда ты сядь. Включи свет. Он уже включен. Тут темнота какая-то. Ну, кстати, на дне воздух очень быстро заканчивается. Да, тут есть какие-то сундуки с дублонами. Ой-ой-ой, садись, акула тут рядом где-то. Плыву. Блин, у меня и воздух-то заканчивается. Ну, да не застревай ты, пожалуйста. Акула! Я знаю! Что произошло? Чем ты выстрелил? Я выстрелил подарками из подарочной ракеты. Отлично, я умер. Да, я сейчас тоже утону. Потому что я не успею всплыть. Реально, я не успею всплыть, слишком глубоко. Хотя, если мне повезет... Пожалуйста, мне повезет? Нет, мне не повезло. Я как, прям как раз до верхушки доплыл и там задохнулся. Хорошо, ладно, ребятки. В любом случае, эту каточку мы хотели вам именно показать, где находится секретка. Теперь мы просто пойдем пофанимся. Кстати, да, вот насчет нового скинчика. У нас начинается теплый сезон, поэтому я подумал, что неплохо было бы взять мороженку. Вот, также
вот этот вот шарф и вот эта клавиатура, давайте я на свет выйду, чтобы виднее было, вот этот шарф и вот эта клавиатура, мы их приобрели как раз на вручении Блоксис, там эти вещи были донатными, в общем, получается, что из хакерского сета там были крылья, очки и клавиатура, из второго сета был шарф, что еще? Шапка. И крылья. И тоже крылья, да. Вот, мы, короче, взяли по одной вещи с каждого сета, ну, те, которые нам больше всего понравились, и теперь а мы... А это же клавиатура и шарф? Да-да-да. У младшего кота тоже та же клавиатура и тот же шарф. А вот, так, если что, Клава выглядит, он какая-то такая диджейская, с четырьмя портами под наушники, с ползунками под это. Не знаю, мне она понравилась, она прикольно выглядит. Так, Лего у нас будет акулой. Итак, ну что, кроме батискафа еще что-то брать будем? Да. Давай. Появились, кстати, ребят, кто еще не видел, в Sharkbite появились новые транспорты, появился новый пиратский корабль с пастью. Он еще в Хэллоуине появился. Ну, я это, по крайней мере, только сейчас заметил, извините, если что. Появилась стелсовая лодка, появился огромный пингвин. В общем... Много чего, и много... Да-да-да. Еще канапе, тут можно лодочка. Купить конфетную лодку. Да, и это тоже. Стой, 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 не плыви. Я хочу наверх. Ну залази наверх, залази. У тебя одна секунда есть. Ты не успел. Я, по-моему, не знаю. Сейчас посмотрим, успел, не успел. Так. О, как раз утро наступило. Итак. У нас как бы предыдущая версия пиратского корабля. Тот еще, который... Старый, но он прикольный, красивый. Кстати, на нем можно летать, как вы это уже знаете. Сейчас мы вам продемонстрируем. Вон, где акула, кстати, плещется. Ну, не где акула, а где-то вот здесь, вот этот затонувший корабль. Это вот мы сейчас вам днем показываем. Мне вот интересно посмотреть на акулу, в которую прилетит вот такое суденышко в лицо. Такое... Че, это, косплеем подводные лодки? Угу. Деревянные. Вова. Они этот баг до сих пор не пофиксили. По-моему, мне кажется, что они даже гордятся этим багом. Как там назывался этот корабль? Зайди в магазин и посмотри. Летающий Дачмен. То есть второй пиратский корабль тоже называется летающим. Это, знаете, такой, по-моему, легкий намек на то, что типа «What's up?». Они отлично знают, что этот корабль у них багованный и он летает. Чего это было? Сейчас я вообще никуда не летал, никуда не врезался. У меня появляется пузырь воздуха, я начинаю задыхаться, находясь на мачте. Нормально, да? Дух захватывает! Американские горки. Типа, этот, пиратский дрифт. Где эта чертова акула? За нами акула! Ну и что, я могу сделать так? Уже не можешь. Что? Я разрушил весь корабль своими подарками. Как я мог? А что, я до сих пор на смотровой площадке. Меня там колбасит, конечно, по-жуткому. Ты что-то движется от моего корабля, от скатков хотя бы. Я задыхаюсь. Зачем? Сплыви. Я боюсь, если я сейчас спрыгну, я с этой штуки упаду, и он меня найдет. Он не знает, что я на этой штуке. Конечно, экран сейчас колбасит не по-детски, но я боюсь спрыгивать, потому что он меня найдет. О, привет. Остановите мой ор. Сейчас, погоди. Сейчас все будет. Все, не прыгай. Да не хватит, это же не каруселька. Блин, он здесь. Это из-за тебя, твои следы видно, не прыгай возле меня! Фу, кыш! Ты не умер. Нет. А я умер. Главное, у меня... О, вон мой кусочек головы торчал. Съели мое седло, но я остался сидеть в воздухе. Нормально так. А ты задыхался? Что происходит? На какой мы... Лодки, будем еще я что, на этой штуке сижу сейчас? Да.
Меня заглючило? Нет! Нет, тебя заглючило. Как так? Ой, я только что купил новую лодку, на которой мы будем кататься. Ты купил новую лодку? Да. Круто. Она стоила 466 рублей. Монет, зубов. Зубов. Так, интересно, вот так меня видно или нет? В воде. Я считаюсь в воде? Я не знаю, тебя не должно увидеть. Ты должен... Вот тут. Стоп, ты знаешь, ты, что ты движешься, да? Да, я знаю, что я двигаюсь. Слушай, может, ты таким способом будешь передвигаться, если ты так не упадешь? Нет, не буду. Блин, глюки, успокойтесь, пожалуйста. Виноват этот корабль, он слишком глючный, он умеет летать. Да-да-да, обломки, о, все, я выжил. Хотя акула здесь, но поздно. Я выжил. Она ко мне приплыла, потому что... Я тоже мог выжить, знаешь? Меня съели, это считается или нет? Где мои 20 зубов? Минуточку! Меня съели после окончания раунда! Какого фига, мне не засчитали победу? Как они могли это сделать? Зачем? Минуточку, акули не засчитали победу, я так понимаю, да? Да-да-да, вот он мне такой говорит, везучий игрок, потому что это был он, акула, Лего 931. Он меня схавал, но, по-моему, мне тоже не засчитали победу. Я потом, ладно, ребят, в записи посмотрю, дали мне зубы или нет, потому что, ну, акула проиграла, потому что время закончилось. По идее, мне должны были быть дать зубы, но... Хорошо, давай испытывать. Новую лодку. Да, подушка? Да, подушка. Давай посмотрим. А вот давайте глянем. Я еще не каталась на подушке. Это вроде как была новая тачка 2018 года. 2 года прошло как давно. Два года. Воу-воу-воу! Куда я сел? А, я понял, куда я сел. Блин, ну... Это абракадабра. Да. Итак. Это первая акула лодка, выпущена, которая может нормально поворачиваться на месте. Да, у нее маневренность очень хорошая. Умеет, давай проверим. Ну-ка. Умеет ли она летать? Нет. Блин, знаете, в чем вся ирония? Эта лодка должна одинаково хорошо ездить по суше и по воде. Но на сушу она не залазит, потому что, блин, иначе это было бы слишком читерски. О, кряква. Вы передавили крякву. Задавили. Бум. У нас веса не хватает толкать даже деревянные лодочки. Вон пиратский корабль. Пойдем к ним. Я сейчас тебя столкну. Это будет столкновение. Че за... Нафиг. О, смотри, я его поворачиваю. Он сейчас улетит, ага. Неплохо. Смотри, я его останавливать сейчас буду. Берем на абордаж пиратский корабль. Ну, конечно. Все ж так поступают. Все, он улетел. Он обиделся и улетел. А куда он улетел? Вон, я вижу тень. Вон он летает до сих пор. Все, он за карту ушел. Он ушел за карту. Я убил его. Я его убил. Там, вон только что в логе появилось, что кто-то умер. Уж случайно не он? Прикинь. Я убил Чувак его. Такой, надо опасаться акулы. Держи мой стакан. Понимаешь, что я только что убил чувака из своей команды? И убил его. Из своей команды. Так. Почему мы не можем даже столкнуть пластиковую лодочку? Ну, у нас типа слишком маленький вес нашего судна. У меня идея пошла. А что если делать так? Нет. Молодец. Я не хотел, но я все исправлю. Ну, или мы утонем. Смотри, чей справится. По-любому должно. Знаешь, это австралийская лодка теперь. Австралийцы обычно так ездят на машинах, на лодках.
Ну исправься! Остров, помоги нам! О! Да исправься ты уже! Не-не-не, перевернуться было легко, а вот обратно уже фигушки. А! Да перевернись уже! Я сейчас все... Не-не-не-не-не, все! О! Нет! Да почти! Да ну чё? А, ты еще и утку перевернул! Я перевернул утку! Я нормально сделал нас! Убил пиратский корабль, перевернул утку, они там сейчас захлебнутся нафиг, или им придется спрыгнуть. Знаешь, свой игрок в команде прям. Да никакой акулы не нужна с таким игроком. Вот. О, за нами акула гонится. Не, она мимо прошла. Еще раз перевернешься, я тебе не знаю, что сделал. Да я не перевернулась, я хочу других переворачивать. Это же так классно. Например, я сейчас убью акулу. Блин, я же в нее попадаю, не? Нет. А! Я не переворачиваю нас, я не переворачивал. Я не виноват, я ничего не делал. Спасибо. Акула там, короче, это флексит. Давай, давай, нам ее убить надо. Да я не могу перевернуться обратно. Это минусы этой лодки. Если у тебя какая-то базука или что-то наподобие такого, то очень тяжело будет что-то сделать и стрелять. Все, я ее убил. Я убил пиратский корабль, перевернул лодку, перевернул деревянный корабль. Вот, 20 зубов дали. Вот это реальная победа. Ладно, ребятушки, сегодня такой получился фановый выпуск, показали вам секретик, немножечко посходили с ума. А, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда. Так, ребятки, это сцена после титров на самом деле, потому что с нами напросился поиграть чувак, который играл за акулу пару раундов назад, вот этот Лего. Вот, он назвал нас сумасшедшими и попросился с нами, потому что мы тут вытворяем разный беспредел. Блин, кто-то подарочками закидываем людей прям. Вот, поэтому он хочет поиграть с нами немного. Посмотрим, как это все выльется сейчас. Ой, блин, подарочная пушка. Это уже не знает, куда деваться. Перевернись уже. Все, перевернулся. Охотники на охотников. Вон, акула. Да пофигу на акулу, мы же их две. Лодку. Их две. Мы на самом деле помощники акулам. Стреляем их, мы собрали нашу лодку. Их два. Так что лучше бежать. А лучше стрелять, не? И по пути перевернуть этого человека. Ты злой нафиг, офигеть. Чувак говорит... нет, он не нам говорит. Наш чувак говорит... Гоу! Поехали! Перевернись! Я такой злой, это такая классная игра, ты можешь переворачивать все и вся. Тут пилот спрыгнул, он боится нас. Ла-ла-ла... Мы выживем, ла-ла-ла. Я не знаю, что значит этого ла-ла-ла, которое написал им решеточка, ему зачеркало все. Ай. Да ну хорош, его ты не перевернешь, у него слишком тяжелая лодка, забей. А? Мне кажется, что не выйдет. Так, тут кто-то еще есть. По-моему, акулы просто уже предпочитают к нам не суваться, потому что ты их заспамил подарками. А, вон акула. О, это акула, давайте же прыгнем на нее. Это же так классно будет, так весело. Черт! Ой, мы все умерли. Нет, я еще жив. Блин. Черт, о, это же... Это акулья? А куда моя винтовка делась? Я понимаю, что он мне ногу откусил. Где моя винтовка нафиг? Он съел твою винтовку. Ай, ладно, меня он тоже съел. А, ладно, ребятки, на этот раз теперь точно уже. Всем удачи, всем добра, бобра. Воу, мы стали акулами? Нет, тогда еще погодите, это инфекция. Ты что, не стал? Ты стал акулой? Я стал. О,
Я вижу все корабли, которые я перевернул. Их акулы съели. Так. Я такой классный, я помогаю акулам. Акул нужно сохранять, им нужна еда. Последнее время их слишком много убивает. Вон, я кого-то вижу. Да ну, чувак. А чё ты так далеко? Вот, он где-то тут. Где тут? Не знаю, мне показалось. О, я вижу тебя. Это хорошо, что ты меня видишь. Что за буёк? А? Я буду на тебя нападать. Блин, тут прям кишит рыбами. Ноу. Вот, например, я сейчас прыгаю. Блин, один чувак остался, серьезно? 10 акул не съедят одного человека? Что происходит? Что? Что со мной? Что происходит со мной? Ты можешь, пожалуйста, посмотреть на меня? Это акула, которая переворачивается вместе. Блин, у меня тут и так вид особо ограниченный. Так вокруг повертись. Если я начну крутиться вокруг, то, по-моему, всех зрителей сейчас просто стошнит нафиг. Все, время закончилось. Камеры, сколько человек выжило, мне что интересно, один или два? Два, конечно же. Чувак такой, я акула, чувак. Один остался. Ладно, ребятки, все, увидимся в остальных бесконечных мирах Роблокса. Сегодня вообще сумасшедшая серия была. Все, ребятки, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда. Пакет.